Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло ОК. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор коробочки декоративной для крема. Каждый магазин подарков и сувениров стремится, чтобы выбранный вами товар был красиво упакован. Ведь самое главное в подарке – это упаковка. Декоративная коробочка – самый удобный вид упаковки вашего сюрприза. Коробочка закрывается, оставляя загадкой то, что находится внутри. Мыловары приобретают коробочки декоративные для различных косметических препаратов, сделанных своими руками. Большой выбор коробочек в магазине мыловарения позволяет подобрать вам и вашим близким такую упаковочную коробочку, которая нравится именно вам. Упаковочная коробочка подчеркивает индивидуальность вашего подарка. Преимущество применения декоративной коробочки таково. Самое главное то, что коробочка сделана из прочного картона. Это продлевает ее использование. Яркие расцветки декоративной упаковки никого не оставят равнодушными, особенно если дарить ее женщинам. Огромный ассортимент коробочек на сайте Мыло ОК позволит каждому мыловару подобрать для своей косметики красивую упаковку. Применять ее можно для мыла ручной работы, благо размер упаковки позволяет положить в нее натуральный наполнитель, который подчеркнет натуральность вашей косметики. Разными размерами коробочек можно комплектовать индивидуальные наборы из вашей продукции. Коробочку можно упаковать парфюмерию, бальзамы, крема. Я покажу ее поближе. Вот такая красивая коробочка с надписью. Вот так она выглядит. Вот так она открывается. Такая красивая, прочная. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!